Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. Как будет начисляться плата? Кого коснутся изменения? На актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы в прямом эфире программы «Город С» ответит Виктор Часовских, руководитель регионального общественного центра ЖКХ «Контроль». Смотрите сегодня программу «Город С» в прямом эфире в 18:15. Вопросы задавайте по телефону 202 11 22.